Всем привет, с вами Информ-ТВ. В Москве в эти минуты прощаются со всеми обожаемой прекрасной няней. Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь с 29 на 30 мая после долгой борьбы с болезнью. Сегодня близкие, родственники, друзья и сотни поклонников провожают кинозвезду в последний путь. Траурная церемония проходит в Покровском монастыре. На прощание пришли многие знаменитости, такие как Илья Авербух, Татьяна Тарасова, Дмитрий Гуляев, Лолита, Сергей Майоров и многие другие. Среди присутствующих были сын и дочь Анастасии, Анна со спутником, а также Петр Чернышов. Конечно же, пришла и мама актрисы Валентина Борисовна. За час до начала церемонии к стенам монастыря стали стекаться сотни людей. Однако в сам храм пускали только по спискам, поэтому поклонники не могли попасть внутрь, где находится гроб с телом звезды сериалов. Хоронят звезду в белом гробу. Артистка выглядит чрезвычайно худой, так передают корреспонденты. Дочь Анастасии, Анну, было сложно узнать. На девушке не было лица, и особенно тяжело было видеть Петра Чернышова. У гроба Анастасии его поддерживал Илья Авербух. Актриса более 5 лет боролась с раком мозга. Все это время общественность ничего не знала о ее состоянии. Поклонники все эти годы надеялись, что однажды любимая няня объявит о своей победе над болезнью и вернется на экраны. К сожалению, мечты так и останутся мечтами. Вчера дочь актрисы Анна делилась архивными фото и видео с мамой, посвящая ей множество теплых слов. На этих кадрах счастливая семья, не знающая бед и горя, наслаждается обществом друг друга, а Настя, как всегда, улыбается. Известно, что состояние Заворотнюк сильно ухудшилось в последние 2 недели. Она жаловалась на сильные головные боли, похудела и не могла двигаться.